решила поучаствовать в этом проекте, потому что я вижу в нем перспективу, перспективу развития, потому что я понимаю, что сейчас такой момент, когда молодежь может взять инициативу в свои руки, что она, в принципе, и делает. Пока нам дают такую возможность, мне кажется, нам следует это осуществить. Сейчас чиновники – это те люди, которые получали образование по другой системе, в другой стране, вот, и студенты, которые сейчас находятся в гуще событий, они наверняка лучше разбираются в происходящем. Возможно, нам не хватает опыта. Но эту недостачу мы можем компенсировать своим стремлением, своим желанием и своим энтузиазмом. Мы, конечно, от администрации постараемся сделать контакты доступные, массовые. Это будут и встречи в академиях, это будут и пресс-конференции, это будут круглые столы. Это все, как говорится, замечательно. Но я хочу дать совет нашим участникам. Ничто не заменяет личного контакта с избирателем. И ничто не действует так эффективно, как сарафанное радио. Поэтому вот здесь необходимо достучаться до своих избирателей, выбрать свою контактную группу и активно развивать планомерно. Каждый день там по 3-4 встречи в общежитиях, в аудиториях, начиная с маленьких коллективов, переходя к большим коллективам, постепенно наращивать активность и узнаваемость себя как кандидата.